Городу всем привет. Вот сегодня я хочу показать вам голубей наших питерских. Вчера гулял по набережной, погода была такая не очень, скажем так, радостная. Да у нас тут в последнее время вообще не очень радостная погода, постоянно дожди. И вот я вышел на набережную, увидел голубей. Вот, забавные ребята. Тут, понимаешь, раскинулось море широко. Рядом Адмиралтейский завод, Адмиралтейские верфи. А в это время в воде стая голубей. Ну, решил искупаться. Видимо, моется на зиму, потому что зимой-то не помыться. И вот они тут летают, ждут надвигающую волну, ныряют прямо туда. Вот смотри, видишь, какие ребята, бум. Это действительно обалденно забавно. Один голубь вообще выставил крыло. И, ну, может, проветрилось там, может, каких-нибудь там блох, я не знаю. Но просто купол тот-то верхний там, парень. Действительно, очень забавно и интересно. Постоянно подлетали новые голуби, бросались грудью в волну. В общем, вот такие вот дела у нас творятся на набережной. Ну, видишь, как он раз-раз-раз стал попой, раз в волну, оп, опять. Вот решил я вам показать прелести нашего города, нашей набережной. Набережной лейтенанта Шмидта. Все, всем пока, всем привет. Помоемся перед зимой. Пока.